Я искренне рад прибыть на белорусскую землю. И, конечно, так получилось. И выражаю искренние соболезнования по поводу неожиданной кончины Владимира Макея. Я с ним тоже, когда он у вас был главой администрации, с 2008 года мы работали. Он и организовывал мероприятия, встречи. Вот. В целом ситуация у нас развивается в экономике достаточно неплохо. Это было связано с тем, что все-таки сейчас вектор поменялся на восток, и наши порты получили большую работу, большую нагрузку. И в том числе вот сейчас перед отправкой мы прям несколько десятков контейнеров отправили с наших портов для белорусских производителей автомобилей «Джили». Вот, то есть это идет через Владивосток. Поэтому здесь пока у нас экономика работает устойчиво. Конечно, есть некоторые вопросы, связанные с импортозамещением, вот, но тем не менее мы их тоже решаем. Растет у нас и товарооборот между Республикой Беларусь и Приморским краем. Он за 3 года вырос в 3,5 раза. И сейчас вот за 2021 год составил 4,5 миллиарда рублей. Сейчас 2022 год мы уже отчетливо видим, что это будет 6 миллиардов. Хорошо пошли продукты питания белорусские. Вот, там у нас рост с 2019 по 2021 год 8 раз. Вот, то есть мы вышли на 1 миллиард, и сейчас выходим в 2022 году на 2 миллиарда. Это в 16 раз. За 3 года приморчане распробовали белорусскую продукцию. Ну и в этом году у нас уже за 10 месяцев мы где-то порядка 109 единиц техники, в том числе 21 БелАЗ 130-тонный. Вот, поставлен. И, конечно, мы сейчас вместе работаем с предприятием белорусским по созданию сервисного центра продажного по поставке техники, о чем вы говорили, ставили задачу, мы об этом просили. Вот, порядка 40 единиц различной техники будет представлено на площадке, что даст возможность уже на месте осмотреть, выбирать, обслуживать его гарантированно.